Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу с вами поделиться очень интересным, вкусным, сногсшибательным рецептом своего фирменного омлета. Для этого нам, друзья, понадобится зеленая стручковая фасоль, морская капуста, 7 куриных яиц, соль и приправы по вкусу. И также нам, друзья, понадобится примерно 100 мл молока. Приступим к готовке. Для приготовления нашего омлета нам понадобится противень. Высыпаем всю фасоль на противень. И высыпаем морскую капусту. Все перемешиваем и равномерно распределяем на нашем противне. После того, как равномерно распределим, ставим это в духовку на 20 минут при температуре 240 градусов. И пока все будет запекаться в духовке, подготовим наши яйца, а точнее сделаем омлет. Для приготовления омлета нам понадобится 7 яиц, 100 мл молока. Добавляем в яйца примерно пол чайной ложки соли и смесь пряностей. И хорошенько все взбиваем. Взбивать можно миксером, можно вилкой, можно блендером, кому как угодно. Прошло 20 минут, и теперь выливаем наш омлет на фасоль равномерно. И ставим в духовку минут на 7 до его приготовления. Прошло 5 минут, наш омлет полностью готов, и теперь приступим к его пробе. Как видите, все очень хорошо получилось, и теперь попробуем. Попробуем мяско, насколько вкусное. И попробуем омлет. Мясо мягкое, вкусное, со вкусом горчички. И очень вкусный, друзья, омлет. Рекомендую приготовить. Я надеюсь, вам очень понравится. И вы не разочаруетесь в блюдах. До новых встреч, друзья. Всех благ вам и вашим близким.